Эта машина не для дрифта. Возвращайся, когда соберешь правильную тачку. Рано еще, Тайлер. Если хочешь гонять с Грег Рейсерами, тебе нужна тачка для трека. Где будете вы, когда начнется революция? Мы – последний оплот против корпоративной тирании. Мы – борцы за свободу в век дезинформации. Мы – Shift-Lock. Поздравляю, рекрут. Ты принят шифтлоком на испытание. Покажи, как дрифтуешь, и поговорим. Ты тот дрифтующий анархист-хакер? Как там тебя зовут? Я все. Я никто. Я подпольный боец.
будем резать углы. Ты соберись, Ма, ты сможешь. Делаю вид, что этого не было. Надо найти выход.
Вперед! Вперед! Целую, советы, чистое золото. Повтори. Погнали! Эти повороты меня боятся. Зацените, идеальная форма. Вот бы команда все это видела. Yeah.
погнали! Давай приступим. Я могу больше. Приз будет твой, мать. Смотрела мое мыло? И какое мнение? Пустая трата времени. Ой, да ладно. Я вырос, смотрела. Я мечтал переехать в Америку, стать сексуальным врачом, водить свой милый Ламборгини на пути в клинику. Бедный Мак, ноль попаданий из трех. Ну, хотя бы в Штаты переехал. Ну, есть чуток сентиментальности. Чуток.
Добро пожаловать на испытание. Превзойди наше время и попадешь на революцию. А что вы там делаете? Дрифтите врагов до смерти? Понесла. Рекорд против своих дорогих тачек. Не протестуете. Мы бьем буржуазию ее же оружием. Продолжай себя успокаивать, Че Гевара. Это твой план? Цитировать мне матрицу, пока я не сдамся? Нормально? Вот и все изящества.
Пожалуй, лучший заезд за последнее время. Так, Мак, что еще ты можешь? Небось, добавится подключить. Это и есть суть дрифта. Это шоу, детка. Надеюсь, пройдет. Поработал, боец. Увидимся на следующем этапе. Эй, Мэки, друг мой, ты в шифтлоке зажигаешь. Молодец, молодец. Маркус Мир, Шулер, ты на меня ставишь? Конечно, ставлю. И выигрываю. Не думаю, что шифтлоку понравится. Ты все время это говоришь, а я вижу только кучку назойливых детей. Надо найти траекторию. Надо найти угол. Держим курс. Все круче и круче. Вот так. Да, я жду. Гонка!
Я победил. Опять. Итак, что дальше? Общаемся в последний раз. Прощай. Что случилось? Ты работаешь на Шулера, а он один из корпоративных злодеев. С ума сошел? Он работает с нами, чтобы разрушить дом. Вы сражаетесь с домом? Да. Ну еще заодно и вам по задницам пина. Понятно. Возможно, еще встретимся. Надо осмотреться. Здесь может быть полезная запчасть. День наполовину закончился. Или, как я люблю думать, есть еще полдня. Команда все это видела.
машина 23. У нас тут отжигающий кончик. Конец связи. Да что ж ты? Годится. Я не повторил. Я кое-что проверил. Ты не соврал. Пройди испытание и поговорим. Все ваши базы принадлежат мне? Прошу, не надо. Давай. Так держать, Мак, покажи им, что такое безумие. Ну, сойдет. Как на курорт, только лучше. Молодец, боец. Пока это все. Большой тюремный срок. Даю тебе доступ в шифтлок. Ты взломал мои файлы? Надо было убедиться, что ты не провокатор. Провокатор? Слушай, отдыхать тебе надо. В другой раз. Пока что пора вернуться в город. В следующий раз пойдем на войну. Это... А вот файл. Там моей истории браузера не было.
Добро пожаловать на операцию «Золотое яблоко», боец. Сегодня мы нанесем дому мощный удар. Дом ставит в городе новое следящее оборудование. Твоя задача — уничтожить его до того, как оно заработает. Нужны будут скорость и точность. Минутку. Я должен разбивать вещи в дрифте? Это твое задание. Запомни, бьешь со всей силы, потом уходишь на полной скорости. Удачи! Понеслась! А ты реально хорош! Да, правда? Ты хорошо начал, Макс. Да, держать. Так держать, отлично! Само собой! Давай, давай! Давай приступим. Скажи мне, боец, дрифт и восстание. Какая связь? Дрифт — это игры с контролем. С балансом силы и хаоса. Это либертарианство от автоспорта. Хорошая вещь. Я кое-что даже понял. Надо найти угол. Бороться с системой. Что затеваешь? Я дрифтил и уходил от копов с тех пор, как стал доступление доставать. Я так расслабляю. Ой! Разбить технику я понимаю, но почему в дрифт? Так привлечем других. Зрелищно выглядит. С этим не поспоришь. Направляется на запад, по Доусон-Драйв.
Принято, Адам 13. Так, Мак, думай, что бы сделала Джесс? Разбила бы коп, сохраняла хладнокровие. Думала на стратегии отхода. О, хороший ход. Смотри, куда едешь. Едет на запад, по Долсон Драйв. Вас поняла, на запад, по Долсон Драйв. Объект направляется на запад. В сторону западного Сильвер-Рок. Я Адам 13. Мы потеряли второй объект без виду. Прошу дополнить. Отлично, борец. Спасибо. Адам 1.35. Что у вас есть по машине нарушителя? Направляется на север, через западный северок. Принято. Вот как это делается. Сегодня мы нанесли врагу мощный удар, Мак. Ты молодец. Да, было здорово. Сегодня ты доказал Шефтлоку свою силу. Твое дело – наше дело. Когда придет время, мы поможем тебе. Рад слышать. Будь бдителен. Ну, ты тоже. Drama that come with the fame. Put that on my mama, the llama, I hit you,
Посмотрим, как ты справишься с этим дрэг-каром. Раф, ты так говоришь, будто это моя первая гонка. Я видел, как за несколько заездов дрэга выгорали лучшие гонщики. Раз ты так обеспокоен, может, приедешь и дашь мне советы по гонке? Я опас. Ты меня уже как-то выманил с аэродрома, а потом швы на кладке. Даже если стартовать идеально не удалось, можно догнать, если вовремя переключать передачи. Понял. В дрэге главное – это машина. Ты можешь быть лучшим водителем в мире, но если железо не на уровне, не выиграешь ни черта. Если все время проигрываешь, значит нужен апгрейд. Потому ты мне и нужен, Ра. Вместе мы заставим эту малышку урчать. Спасибо за советы. Посмотрим, как я их запомнил. Когда гоняешь в Сильвер-Роке, каждая четверть мили — это битва. От отжига до финиша — борьба по максимуму. Я старшая сестра, а это — клуб бунтарей. У тебя дрэговая тачка, но ты не из моей команды. Ты кто? Вдруг ты шпион дома и пытаешься подорвать нас изнутри? Я Морган. Ты Тайлер Морган? Ха, можешь звать меня старшей сестрой. А что от тебя нужно дома? Ты задаешь опасные вопросы, Морган. Докажи, что сможешь гоняться с клубом бунтарей. Потом поговорим. Я знаю, что делать. Вроде бы. Пора забрать все.
Старшая сестра, значит? Крутой позывной. Так команда помнит, что мы семья, а я главная. И вообще, когда выступаешь против дома, настоящее имя лучше скрыть. Кстати, насчет дома. Мы едем в район казино, чтобы показать им, клуб бунтарей не подчиняется никому. Ты с нами? Вот теперь ты говоришь на моем языке. Я с вами. Слушай, сестра, а что тебе сделал дом? Выиграешь, поговорим. Согласен? Еще одна победа! Еще одна победа Тайлера Моргана! Уговор есть уговор, Тайлер. Вот что было. Ко мне однажды пришли из дома. Мол, не хотим ли мы устроить подставные гонки? Знакомый расклад. А то. Я тебя видела на гонке в Бумбиле, ну и... Твой боевой дух меня вдохновил. Я послала дом подальше. Ведь для меня это так хорошо обернулось. Да. Нам тоже пришлось не сладко. Возникли... трения. Продолжай. После следующей гонки, пожалуй. Пока! Слишком близко. Что? Нет! Эй,
Я не ожидал. Как на такой развалюхе? Бум! Прямо перед финишем! Вовремя я тебя, гада, обогнал. Ну так это, ты мне говорила, возникли трения. Каждый раз, когда мы выходим против дома, полиция тут как тут. Хочешь сказать, дом купил полицию? Сам как думаешь? Это уже не наш город. Не осталось никого, кто мог бы выйти против них. Мне нужна Наварро, а это не моя проблема. Хорошо, тогда до следующей гонки, раз тебя волнуют только они. В мою пользу, сестра. Готова к счету 4-0? Выиграй, потом хвастайся. Давай еще раз. Сейчас можно все закончить.
Отлично! Я победил, вы проиграли. Погнали. Куда дальше? Сейчас гонять не будем. Мою команду ищут. Надо затаиться пока. Так меня и бросишь, старшая сестра. Ладно. Хоть нам и приходится прятаться, у меня все равно есть для тебя испытание. Следующий заезд будет заездом на время. Thank you.
думаешь про свою месть? У меня и моей команды своя война. Дон хочет сделать из нас, гонщиков, игрушки для тотализатора богачей. Будь ты и правда бойцом, ты не стал бы это терпеть. Мне нужна только Наварро. Я не собираюсь спасать весь город, я не псих. Псих, я это докажу. Из моей команды на следующую точку не поедет никто, слишком рискованно. А ты точно поедешь. Выходи под меня. Неровный подъем в жилом районе? Реально с ума сошел. Готовься, следующий заезд. Нравятся мои задние фонари? Неохота это признавать, но ты заставила меня задуматься. У тебя есть поклонники, Тайлер. То, что ты делаешь, может все здесь изменить. Да, возможно, это не просто схватка Наварро и моей команды. Хочу я того или нет. Ты нужен городу, Тайлер. Сделай то, на что у нас не хватает смелости, и увидишь. Мы все поднимемся, как один. Давай вернем себе город, Тайлер. Тайлер? Ола, Гуэро. За мной должок. Ла Катрина, если ты снова готова бездарно проиграть, то я только рад помочь. Не на обычном месте.
Я посылаю тебе координаты. До скорого. Ну, раз так, то станцуем снова.